Спасибо. Thank you. Пастор Дима или Дмитрий, как вообще говорят на вас правильно? Дмитрий, да. Thank you, Pastor Dmitry. У меня в семье три было Дмитрия. In my family we had three Dmitries. Мой папа. My dad. Сын и внук. And a son and a nephew as well. Grandson. Oh, grandson. Grandson. Папа 2-го, 1-го декабря отошел в вечность. Было 93 года. The 1st of December my father passed away. He was 93. И прожил хорошую жизнь. He lived a good life. И отошел в вечность, я бы желал всем нам так отойти. Когда один молодой человек услышал и звонит мне, говорит, пастор, я хочу что-то так же умереть, как ваш папа. Я говорю, живи, дорогой, еще ты молодой. There was a young man who called me upon hearing of my dad's passing. У нас была конференция сразу после Thanksgiving. Проповедовал пастор Генри Мадава и Эдуард Гробовенко. He said, I want to die like your dad. And I said, continue to live, you're a young man. There was a conference. И что интересно, Господь такой добрый. Он позволил нам закончить конференцию. В воскресенье гости все разъехались. And God is so gracious that as the conference was coming to a close, и в понедельник всей семьей пошли к папе. We got together with the family on Monday. Он жил у моей сестры. At my sister's. Мы стали все на колени. And we stood on our knees. Он благословил нас. He blessed us, our помолился. He prayed for us. Пророчествовал. He prophesied over us. И на следующее утро, в 4 утра, and the next morning at 4 a.m., пошел домой. He went home. Вставал на свои ноги. He got on абсолютный his разум был. Legs. И моя сестра, когда зашла в комнату, где он отдыхал, and when my sister went into the room а where he was resting, ночами вставал молиться. He began to pray. Она смотрит, он молится. And she looked over and he was praying. Потом она подошла, он на коленях стоит. As she came up to him, he was on his knees. Она его потрогала. She touched him. А его там уже нет. And he was no longer there. Он домой пошел. He went home. Хороший конец, правда? It's a very good way to go, right? Hallelujah. Слава Господу. Hallelujah. Praise God. Я хочу поделиться сегодня Божьим словом. I'd like to share God's word today. И тема моей проповеди будет называться Божье намерение. And the name of my message is God's Божий план. God's plan. Давай так будем. Я не знаю, как будет по-английски намерение, но вообще я посмотрел в словаре, какой смысл этого слова. I was looking in the dictionary to see the essence of what this word means. Это говорит как замысел, совершить какое-то желание или совершить желание с определенной целью. And it translates similar to a will or to accomplish something with a certain vision or goal. Есть разные у нас желания и намерения, и то, что мы планируем. We have a lot of different plans and things that we wish to do. И некоторые планы осуществляются в нашей жизни, а некоторые нет. And some of those plans come to pass, but others don't. Я обратил внимание, and I paid attention, что намерение человека, государства, дьявола может быть остановлено. That the plans of man, of the government, of the devil, they can come to pass. Вот намерение Бога никто не может остановить. But the plans of God, no one can stop. Иов в 42 главе, 2 стихом сказал следующие слова. Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. In Job 42, verse 2, he says, I know that you can do all things and that your plans cannot be stopped. Вы помните, что там ниже, в 42 главе Иова, он говорит, что раньше я тебя слышал о тебе слухом уха, а теперь знаю лицом к лицу. And Job actually spoke in this chapter saying that before I heard you, but now I know you by your voice. И вообще не так много взяло времени, чтобы приблизиться Иову к Богу. And it didn't take much time for Job to actually draw close to God. Многие богословы утверждают, что все это страдание было от 4 до 6 месяцев. Many theologians say that this suffering that Job went through lasted for about half a year. Потому что если бы это было больше, то проказа могла бы съесть полностью его.
Because if this disease that was on him went for any longer, it would actually become permanent. И вот он в конце, когда прошел все, so at the end, when he went through all of this, он высвободил эти слова, что никто не может остановить твое намерение. He released these words saying that no one can stop your plan. И те люди, которые постарше на этом месте, они понимают, что нет такой силы на земле, во вселенной, которая могла бы остановить Божье намерение. And those of us who have spent many years on this earth, we know that there is nothing that can stop God's will. И то, что Бог имеет свое намерение по отношению к каждому из нас, and God's plan according to every single one of us, возможно, это еще не произошло. Maybe it hasn't come to pass completely yet. Но это есть в Божьих планах, but и это никто не остановит. It is God's plan, and no one can stop it for you. Даже вы сами это не остановите. You won't be able to stop it for yourself either. Бога никто не может остановить. No one can stop God's will. Это, знаете, когда Бог имеет намерение, you know, when God has a plan, Он сразу не показывает нам физически, что произойдет. He doesn't immediately show us physically what Все происходит в духовном мире. Everything happens in the spiritual realm. Это как Бог поднимает человека. It's like when God raises up a man. Он сначала одерживает победы в духовном мире. He first declares it in the spiritual realm. И люди в нем ничего физически не видят в этом человеке. And people don't see anything really special in that person. Но потом смотришь, оп, человек поднялся. But then, оп, you see. Бог начинает его давать ему признание, люди начинают его признавать. They've been lifted up, and now people are drawing attention to them. Но они не знают, что было в тайной комнате с этим человеком. But they don't know what happened in the secret room. Какое у него было посвящение? When they were dedicated to God. Точно так же падение человека. And in the same way with people. Человек стоит, person красивый, stands. Все у него хорошо. They look good, everything seems to be going fine. Но внутри там уже пошла гниль But духовная. Inside, there can пошло be отступление. Distress. И вроде бы все было хорошо. And it may seem like everything was okay. И вдруг человек падает. But the person now falls. Это не случайно. It's not an accident. Это произошло не сегодня. And it's not something that just happened today. Это произошло намного раньше. But it happened very for a long time up to that point. И я могу привести пример такой, как я думаю, есть люди, которые строили в своей жизни хотя бы раз дом. Кто строил дом? Поднимите руку. And an example Спасибо, can be братья. For anyone that's built a home. Знаете, когда мы имеем намерение построить дом, You know, when we have a plan to build a home, мы готовимся к этому. We prepare for this. Там покупаем землю, материал, план, как здесь в Америке. И наступает момент в нашей жизни, And a moment comes in our life, когда этот дом стоит физически. When this home becomes something that we can see. И мы приходим, и мы радуемся. And we can come Жена in, we're приходит, happy. Дети приходят, and и the wife все, and the kids все are there, очень радуются. Where everyone's happy вот, about it. Так же и у Бога. In the same way with God, Когда он имеет определенное намерение к нам, When he has a certain plan for us, он строит это, he builds it, и наступит момент, когда мы увидим это физически или переживем на своей жизни. And there comes a moment when we're able to see or experience his plan. Но вот проблема нас, людей, But the problem for us, people, что часто Божьи планы не входят в наши, is that a lot of time God's plan У нас есть свои планы. Doesn't coincide with our plan. И вот это время And there's this time, очень опасное для нас. Very dangerous time, потому что мы теряем время because we lose time, и мы не идем навстречу Божьему намерению. And we are not walking towards God's will. Мы не двигаемся навстречу Богу. We're not walking towards God. Знаете, можно идти навстречу Богу, you know, we can walk towards God, а можно идти вообще в обратном направлении. Or we can go completely a different direction. Но Слово Божье говорит, что Бог в своем намерении не остановится. But the Word of God says that God's will cannot be stopped. Возможно, придется сделать круг we may end up having to do a circle навстречу Богу towards God, к призванию, а возможно, несколько кругов. To our calling. Maybe we do a few circles and running around first. Вы помните, как народ израильский вышел из Египта? Remember the nation of Israel when they left Egypt? И они начали ходить кругами. They started wandering. Вокруг горы. Just going between mountains. И там была причина, почему они ходили кругами. And there was a purpose, a reason they were wandering. Там необходимо было, чтобы старшее поколение, которое не верило Богу, должно было умереть.
Because there was a whole generation that had to die. Я вам хочу сказать, что в Новом Завете And I want to say in the New Testament, работает точно так же. It's the same thing that happens. Но But, не по возрастному фактору. Sorry, сейчас. Да ты не обращай внимания на меня. Просто, что знаешь, переводи, что не надо. Значит. И смотрите, в Новом Завете See, in the New Testament, ты можешь быть молодым человеком you can be a young person и ходить кругами, and wander, пока не умрет в тебя все то, что мешает приблизиться к Богу. Until everything that is hindering you finally dies. Потому что оно все равно должно умереть. Because at some point it must die. И только за Богом последнее слово. And the final word is only after God. Иеремия 32:27 говорит следующее. And in Jeremiah 32:27. Verse 27. Вот я Господь, Бог всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня? See, I am the God of all things. Is there anything that is impossible for me? Бог говорит, для меня нет ничего невозможного. There's nothing that is impossible to me, says God. У Бога было намерение спасти Ниневию. God had a plan to save the city of Nineveh. Но вы помните, что у Ионы был совершенно другой план. And if you remember, Jonah actually had a completely different plan. И мы знаем, что произошло. And we know what happened. Бог возвратил Иону в свой план. God turned Jonah back into his own plan. Возможно, годами мы не соглашаемся с Божьим планом. It could be for many years that we ourselves И поэтому по этой причине у нас нет полноты и успеха в жизни. Don't submit to God's will, and for this reason we don't have fullness in our life. Необходимо подчиниться, чтобы Бог не доставал нас из чрева кита. You know, you don't want to get to the point where God has to put you into the belly of a Потому whale. Что Божье намерение не может быть остановлено. Because God's will can't be stopped. И оно обязательно приведет нас на Богом определенное место. And it absolutely will bring you to the place where God wants you to be. Просто будет вопрос времени, но для Бога время не так важно. The question is just a matter of time, and to God who is eternal, time isn't Потому such a Бог big thing. Потому что Бог живет вне времени. Because he is eternal. И он все знает о нас сегодня, he knows everything about us today, завтра и послезавтра. Tomorrow and, well, он всю and нашу yesterday. Жизнь знает от начала и до конца. He knows everything about us from beginning to end. Он о нас больше знает, нежели мы сами о себе. He knows more about us Он than we все know about знает ourselves. О нас. He knows everything about us. Он знает, что нам нужно пройти, He knows what we need to для go чего through, нужно пройти. Why we need to go through it. Потому что мы так устроены, как люди, как человеки. Because we are set up as people. Когда у нас все хорошо, when everything is good, мы не так приближаемся к Богу, We don't как really Он бы этого хотел. Get so close to God as he и вот would по like этой причине Бог создает определенные какие-то трудности, ситуации в нашей жизни, and for this reason, a lot of time, troubles come to us, чтобы мы были ближе к Нему. So that we would be reminded to be close to him. И когда мы уходим с Божьего пути, and when we wander from God's но path, Бог имеет намерение для каждого из нас. But God has a plan for какой-то определенный план. A specific plan. Может, ты сегодня успешный бизнесмен. Maybe you're a successful businessman today. Но внутри ты знаешь, что у тебя есть призвание, ну, скажем, поехать, может быть, в Украину. But inside you know that you have a calling, maybe it's to do mission work. Или там в Латинскую Америку. Or maybe in Latin America. Но ты думаешь, я бизнесмен. But you think I'm a businessman. Но Божье призвание оригинально, что ты евангелист. But God's original plan is that you are an evangelist. Я должен сказать, что Бог все сделает. Он начнет так тебе говорить, что ты оставишь бизнес и пойдешь служить Богу. And no matter what happens, eventually God will say and make it come to pass that you do leave your business and evangelize. И возвратить на ту дорогу, которую Он приготовил для тебя. And return to the path where He called you to be. Я лично знаком с одним евангелистом из Аргентины. I'm personally connected to an evangelist in Argentina. Карлос Анакондия. Карлос Анакондия. И он был очень успешным бизнесменом. His name is Carlos, and he was a very successful businessman. И Бог ему сказал, ты евангелист. And God told him, you are an evangelist. На то время у него было уже 9 детей. And at that time he had 9 kids. Это Аргентина. Нужно кормить семью. And when you live where he did, you got to feed your Но Бог family. Ему сказал, ты должен, вот твое призвание. But God told him, hey, this is your calling. И он послушался. And he listened. И Бог очень сильно начал его использовать. And God started using him.
Он был первый человек в Аргентине. He was the first man in Argentina. Который у себя в стране заполнял стадионы битком. In his nation filled stadiums. И когда я с ним разговаривал, and when I spoke with him, я говорю, почему у тебя, говорю, на служениях, как только ты берешь микрофон, сразу в зале проявляются бесы. I say, when you pick up the microphone, why is it that all of a sudden demons appear? А он открыл мне 16 главу Марка, всем и нам известную. And he opened Mark chapter 16 to me. И говорит, ты знаешь, брат, and said, you know, brother, что все начинают сразу же с изгнания бесов. That everyone talks сзади about, там. Calling out demons. Но вначале Иисус сказал, что вы будете, говорит, проповедовать Евангелие. But he also, it says in there also that you need to до тех пор, пока ты не высвобождаешь Слово Божье, when you start оно to не работает. Speak the word of God, у Бога свой принцип. God has вначале идет principle. Слово, потом идут действия. First comes the word, and then actions Amen, follow. То есть сначала слово. So причина, почему у нас не работает что-то, the reason things don't work for us, Слово Божье не так высоко поставлено в нашей жизни, как Бог хочет, чтобы оно было. Is that the word of God isn't as high a priority in our lives as God wants it to be. Вы помните, некогда апостол Петр решил возвратиться к рыбалке. No, Apostle Peter actually decided at one point to go back to fishing. Он был рыбак. He was a fisherman. Это было привычное дело. That was his trade. Господь умер. And Jesus died. Его распяли. They crucified him. И он был очень разочарован. And Peter was really sad. И он думает, and he thinks, наверное, это не мое дело быть апостолом. Well, I guess it's not my calling to be an apostle. И вы помните, он говорит, пойду ловить рыбу. And you remember he actually said, I'll go back to fishing. И те апостолы, которые с ним были, тоже рыбаки, да и мы тоже с тобой пойдем. The other apostles who were once fishermen said, sure, we'll go with you. То дело, к которому нас Господь призвал, не работает. See, what God has called us to, it's not working да out. И сам он умер. I mean, he died. Вы помните, они пошли на эту рыбалку. And you remember they went out to go fishing again. И когда они возвращались к берегу, and when they were returning to the shore, на берегу кто-то стоял. There's someone standing on the shore. Это был Господь. It was Jesus. И когда они уже узнали что-то, он говорит им, Петру говорит, Петр, не своим делом ты опять начал заниматься. And when they тебе realized нужно it was возвратиться him, к тому, к чему я тебя призвал. Jesus told Peter, why я тебя забрал от бизнеса. Я тебя забрал от рыбалки. He said, I took this business away from you and I called you to Мое something else. Мое намерение по отношению к тебе не изменилось. My plans for you did not change. Дорогие братья и сестры, dear brothers and sisters, если вы здесь присутствуете, if и у вас есть призвание, and you have a calling, я хочу вам сказать, Божье намерение в отношении вас не изменилось. God's plans for you скажи have not это аминь. Changed. Say amen to that. Вы поймите, что Бог не ошибается. Understand that God does not make mistakes. Он не человек, he is not a чтобы person, ему изменяться. So that he needs to change. Ко мне один американец пришел to лет пять тому. Came, и до этого он хорошо пророчествовал в адрес меня. He used to prophesy a lot. Потом кто-то ему что-то наговорил. And then someone told him something. Он приходит, написал мне две страницы. And he said to me, he came with ну, a page. Суды на судах. And there's a lot of judgments. И я посмотрел вначале, ну я такие, я практически не читаю, вообще мало что читаю. And I don't read a lot. Я их складываю где-то там. So I set the page aside. Я посмотрел, что человек не тот дух на нем. And I said, oh, the person doesn't have the right spirit on them. На следующее воскресенье прибегает опять этот пророк. And the next Sunday that prophet еще comes. Большую петицию приносит. And he brings an even longer page. И говорит, возьми. Said, take this. Это уже хорошее пророчество. This is a good prophecy. Как будто бы Бог поменялся за одну неделю, вы понимаете? As if God changed during a week. Очень важно иметь личные отношения с Богом. And it's important to have и знать, что это Бог говорит или не Бог говорит. And know if it's God speaking. Я когда он первый раз дал, я просто с иронией к этому отнесся. And when he gave it to me the second time, но я знаю, когда есть Божий план для твоей жизни, and I know that when there is a Бог не посылает свое слово тщетно. He doesn't send out his word. Вы знаете, just мы because, все многие проходим трудные времена в жизни. You know, we all go through difficult times in our lives. И однажды встал, молился и думаю, Господи,
Зачем оно мне вот с этими людьми возиться, а еще они недовольны? And I remember praying to God and saying, я ночью молился. Why do I need to be with these people? И уже такое решение было уехать где-то на миссию, оставить церковь, думаю. To go on a mission and leave the church. Я не знаю, сколько у вас категорий людей в церкви, но я насчитал 14. I don't know if you know a lot of people in church that make you angry, but I counted 14. Пастор Дмитрий Владимирович, я не знаю, сколько у вас категорий. У вас, наверное, больше категория такая стабильная. You seem to have a category of people that are all pleasant. Все разношерстные харизматы, потом все пятидесятники, регистрированные, нерегистрированные, баптисты, отделенные, неотделенные, махровые, подмахровые. Ну, короче, и новообращенные, это все вместе, и оно такое все. И ты думаешь, Господи, я дружу с Генри Мадава, он говорит, как ты с ними тут справляешься? And one of my friends said, how are you able to be among these people? Говорю, what are you doing here? Не знаю. I said, I have no idea. И знаете, Господь стал говорить мне той ночью. But you know, God started speaking to me. И вот это Исаия 55, где Бог говорит, только я знаю намерение, ну там он говорит, что мои мысли выше ваших мыслей, и говорит, я никогда не посылаю свое слово тщетно, ну чтобы оно так тщетно возвращалось, но оно обязательно исполнит то, для чего я его послал. И вдруг я, знаете, что увидел? То, что никогда не увидел. Бог говорит мне, это не твое слово, это мое слово. Если Бог сказал твою жизнь, Бог не поменялся. И ты не можешь, о, может быть, что-то Бог поменял. Это Его слово, братья и сестры. Это не слово человека, это не слово армянское. Дал слово, забрал слово. Бог так не поступает. Бог, если дал слово, Он держит свое слово во имя Иисуса Христа. Аминь. Он Бог, вы понимаете? Он Бог. Он не не посылает свои слова на ветер. Это не то, как бывает даже, ну, приезжаю там, в Россию, в Украину, говорит, а вас там, говорит, в Америке, говорит, пластмассовые улыбки. And I was traveling to Ukraine, Russia, and people say, in America, you have plastic smiles. And I said, you know, пластмассовые, пускай будут поддельные улыбки, поддельные слова, чем, говорю, натуральные маты. Than to have people be really and honestly mean. Кто был там, вы знаете. Поэтому, братья и сестры, у Бога есть свое намерение к нам. И Бог не может взять и отказаться от своих слов. Знаете, Господь нас купил. Это не просто так. And it's not just something. Когда вы покупаете какую-то вещь, вы знаете, для чего вы покупаете? Inconsequential. When you buy something, you know the price of it. Дом покупаешь. Автомобиль покупаешь. You buy a home, you buy дорогие a car. Братья и сестры, dear brothers когда Иисус and sisters, нас покупал when Jesus Christ bought и платил us, драгоценную цену, he paid a high price, цена Его жизни и крови, the price of his blood and Он his life, знал, he для knew чего Он нас покупал. Why he bought us. Если ты думаешь, а я ни к чему не пригоден. If это think, ты oh, так думаешь. I это люди much. Могут так думать. Но Бог думает по-другому. But God thinks differently. Вы слышите? Он бы тебя не покупал, see, если бы ты Ему не нужен был. Just because, слышите? If ты Ему нужен, брат, сестра, ты Ему нужен, you, Он тебя купил. That's why he bought you. И ты не можешь распоряжаться своей жизнью. And you can't be discouraged. Ты куплен. You are purchased. Ты раб Господа Иисуса Христа. Аминь. Ты куплен. You are purchased. И Он знает, для and какой цели Он купил тебя. What he bought you for. Ты Ему очень нужен. You are truly valuable to him. Когда Он тебя покупал и when меня покупал, you, and when he bought me, я его не выбирал. I didn't choose him. И ты его не выбирал. And you didn't choose him. Написано, что не вы меня избрали, it а я вас избрал. In the word of God that you didn't choose me, but I chose you. Мне очень сильно нравится это место. Это одно из моих любимых мест. And this is one of my favorite places in the Bible. Я вспоминаю, когда Лестер Самрелл был где-то 19 лет ему было, и он написал, наверное, это в книге и проповедовал, я слышал. And I remember an author that wrote a book. I actually heard a sermon from him. He was и only 19 when he wrote the book. Бог посылал в Австралию, when God sent him to Australia, и у него было всего 12 долларов. He only had $12 Лос-Анджелеса. From Los Angeles. И он говорит, Господи, как же я поеду с этими деньгами? And he said, куда God, ты же вообще? How am хотя I это было еще, знаете, в те 30-е годы. И Бог проговорил ему. And God spoke to him. Не ты меня избрал.
а я тебя избрал. You didn't choose me, и он услышал в этих словах, words, что если Бог избрал меня, то Бог ответственен за все то служение, которое ему доверил. Он понял, что если Бог его избрал, он ни в чем не будет иметь нужды. И Бог его так благословил финансово, что когда он отошел в вечность, so eternity, то он оставил финансы на служение. У него было служение «Накорми голодного». Корабли отправлял в Африку, везде там кормил. И у него была станция, радиостанция, которая покрывала весь Китай и там еще Дальний Восток России. И там все острова Филиппины и все. И он оплатил это на 2 года вперед. And he paid for it 2 years ahead of time. Он никогда не имел нужды в финансах. He didn't have a need for finances. Потому что он принял это, что он избран Богом. That he was chosen by God. Значит, избран, so Бог chosen, все тебя обеспечает. Then God will take care of everything. Поэтому Господь нас избрал. So God chose us. И нам некуда деваться. And we have nowhere else у нас to go. No choice. We have no choice. Нет выбора у нас. We don't have a потому choice. Потому что он нас избрал. Because he chose us. И он сказал. And he said. Петру, to Peter. Ты думаешь, у тебя свои планы? You think you have your own plans? У меня на тебя тот же план, который и был. No, the plan that I had for you still remains. И он ему единственное сказал, дорогой, and he told him, другой тебя припаяшет. This is a new word. И поведет туда, куда ты не хочешь. I will lead you to places where you don't другой. Want to be. И припоясал Дух Святой Петра и повел. И вы знаете, как он прошел свой путь. У Бога всегда есть намерение. You know, his повести нас на другой уровень в духовном мире. God wants to lead us to another level in the spirit. В нашей жизни, знаете, это как вот у Иезекииля 47 глава река. In our lives, it's similar to how it is in. Который течет и не останавливается. Chapter 47. Это движение постоянно идет. It's like a river of the Holy Spirit that continues to flow. Очень часто люди зашли по лодыжку и дальше не заходят. And a lot of people, they get to a certain point and they don't go anywhere. Но у Бога есть желание, чтобы мы плыли в Его воле, в Его Духе Святом, чтобы у нас не было никакой под ногами опоры, а полностью доверился Богу и пошел исполнять Его волю. Я вспоминаю, были на молитве и было видение на одного брата. I remember we had a prayer and there was a vision for a brother. И говорит, он раньше очень сильно ревностно проповедовал, был евангелистом. And he used to be a really powerful evangelist. И вдруг Бог видит такое видение, Господь показывает на него. And there was a vision. Он стоит как бы река, вот, о которой пишется в Иезекииле. About him, that he он was стоит standing на береге реки, на берегу реки, и так вот чуть-чуть так замочил ногу чуть-чуть. Dipping his feet a little bit and then и так по берегу back. Ходит, а в реку не входит. And he never walked и Господь into the ему river. Говорит, войди в реку! And God is telling хватит him, go into the river. На берегу. It's то enough войди to try в Божью to taste волю. The water. Хватит тебя оставаться там. It's enough to stand on the side. Бог имеет действительно будущность и намерение God для нас. Has a и когда future мы for в Его us. Плане, то Бог нас благословляет. And when we are in His will, God blesses Иеремии 29, 11, 12. In Jeremiah chapter 29, ибо только я знаю намерение, какие имею о вас, говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас. And God says, I know the plans I have for you, plans to bring you hope and a future, and if you call to me, I will listen. Когда мы обращаемся к Божьему Слову, то мы видим, will, что все намерения Божьи исполняются. We see that all of God's will, все, что Бог имел такие намерения, Он их исполнил. All the words that He says, He fulfills. Вы помните, Бог имел намерение вывести народ израильский из Египта. You remember God had a plan to все, pull что Israel делали out of израильтяне, все, что делал фараон, everything that the Pharaoh did, everything that Israel did, no one can stop God's plan. У Бога было намерение спасти Ноя. God had a plan to уничтожить save тот Noah. Мир. Никто не мог остановить. No one could stop it. У Бога было намерение спасти человечество. He had a purpose to save humanity. И Господь послал Своего единственного Сына he sent his only для того, чтобы действительно to truly пришло спасение на эту his землю. Word and bring salvation to all people. И последнее, о чем бы я хотел говорить, у Бога было намерение излить от Духа
своего на всякую плоть. To pour out his spirit on all flesh. У него было это намерение излить от духа своего. To pour out his spirit. Если раньше помазывались только там цари, пророки, священники, those who were anointed were only priests, sometimes kings. Сейчас это обетование принадлежит нам. Now this is available to all of us. Я хочу прочитать 17 стиха Деяния. And I want to read from Acts chapter 17. Chapter 2, 17. Oh, chapter 2, verse 17. И будет в последние дни, говорит Бог, и зальет Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни зальет Духа Моего, и будут пророчествовать. Хочу обратить ваше внимание. I want to direct your attention. Я знаю, что вы все знаете это место Писания Иаиля, I know you've и read что this провозгласил place in Петр наизусть. And what Peter has declared by memory. Вы знаете, мы можем читать это место Писания. You know, we can read this word, the scripture. Мы понимаем, такое есть такое выражение «откровение». And have this understanding as the revelation. Когда-нибудь имел откровение в жизни? Has anyone had a revelation? Да поднимайте руку, вы все имеете откровение. Ты Слово Божие читаешь, вдруг тебе что-то не кажется. Понимаете, мы порой так были научены. Откровение только пастор может иметь. And we've been taught that revelations are only pastors. Но откровение имеет каждый человек. But a revelation is something ты читаешь Божье Слово, you read God's word, и вдруг and тот suddenly, же стих, который ты читал раньше, that verse that you read before, ты его 100 раз уже прочитал. You read it 100 times. И вдруг там что-то открылось тебе. But something is opened up. Вообще слово само вот это апокалипсис греческое, see, откровение. This word apocalypsis. Это, я хочу вам немножко объяснить это. Что такое откровение? What does it mean? Это то, что уже существует в Слове Божьем, в Библии. It's something that already exists in the Word. Но когда мы читаем But этот when we стих, read it, this verse, там покрывало. It used to be clouded over and covered. Там просто, мы просто читаем его, но мы через покрывало читаем. Like we were reading it, but и it was откровение, a film. Апокалипсис, это and когда читаешь, и вдруг на это место Писания Дух Святой снял это покрывало. We read it, and suddenly the Holy Spirit has lifted the veil. Как я этого не видел? And we go, wow, how did I not see this? Такое бывало в вашей жизни? Has that ever happened to you? В жизни каждого человека бывает. Ты I'm pretty sure that's happened. И вдруг, и вот смотрите, я хочу обратить внимание на это место, которое нам всем нравится, и я верю, которое мы ждем. Это произошло в день Пятидесятницы, и мы не против, чтобы оно произошло сегодня. И каждый день нашей жизни. И смотрите. Он говорит, будет последние дни. Says that in the last days, и залью Духа, I will pour от Духа out Моего my на всякую плоть. On all flesh. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери and ваши. Your sons and daughters will prophesy. Вот здесь хочу остановиться. I want to stop here. Вы понимаете, когда ты раньше его читал, думал, в общем, и зальет от Духа Святого Своего на всякую плоть. You know, you read this verse before, так and it и says, есть. I will pour out my так spirit on есть. All flesh. That's Но what it says. But пророчествовать, видеть видение, быть в огне, это касается, братья и сестры, только наших детей. That is talking about our Прочитайте. Children. Сыны ваши и дочери ваши. Это не то, что на мир там пойдет, но изливается world, на наших. Наши дочери, наши сыновья будут пророчествовать. Это люди в церкви, которые будут пророчествовать. Конечно, изливаются духи на неверующих. Они, and когда course, становятся верующими, то это место Писания, оно распространяется и на них. The Spirit falls но говорит, on all people that aren't Christian in the past. Но это на ваших детей. Это But на ваших дочерей. Portion, и смотрите, 18 стих. И на рабов моих. And on your servants. Братья, все братья, можно? Давайте мы все встанем. Братья. Сколько братьев здесь есть brothers, на этом месте? Up? How many men do we have here? How many brothers? Смотрите. Сестры, вы пока сидите, да? Sister, вы посмотрите, сколько рабов Божьих на этом месте. How many вы слышите, of God сколько are рабов Божьих how many и на рабов моих. Here. Вот мы, рабы and Божьи. Servants, и говорит, на них и зальют Духа. Вот He здесь says, все братья, которые на этом месте, на них есть Божье помазание, на вас God's есть Божья рука. Братья, на вас Божья рука. Вы the понимаете? Hand of God is on you, man. Вы не унижайте себя. Don't вы не отступайте от Слова Божьего. На вас огонь Божий. You have the fire of God. Вы рабы Божьи. You are God's Пожалуйста, servants. Спасибо вам, садитесь. Please, take a seat. Послушайте дальше. Now listen ну и братья, further. Конечно, сейчас чуть нос задрали, потому что ну, на них... Посмотрите. И на рабынь моих.
Все сестры, встаньте. Come on, stand up, please. Слушайте. Братья, посмотрите, сколько сестер. Men, look how посмотрите, сколько сестер. Look how и many. На рабынь мои. And on my woman servants. Слушай, и на рабынь мои. And on my woman servants. И на рабынь мои. And on my woman servants. Спасибо вам, садитесь. Thank you. Смотрите, братья и сестры. Look, brothers and sisters. Вообще, апостол Павел говорит, что во Христе нету ни женского, ни мужского рода. See, Apostle Paul says просто that братья некоторые неправильно понимают Слово Божье. A lot of people have a tainted understanding of the Word of God. Семьи. The man is the head of the family. И знаете, в чем это заключается? And do you know why? Он берет больше ответственности на себя. Because he takes more responsibility upon himself. Я вам скажу, какая ответственность мужчины в семье. And I'll tell you about the responsibility of the man. Номер один, духовная. He is the priest in the household. Он духовная, номер один. He is Вторая, the spiritual leader. Эмоциональная. He also emotionally Душевная. Leads. Он должен общаться со своей женой. He must have, communication with Он не должен приходить домой, братья, пульт там, и знаете, и смотреть телевизор или на компьютер. А я устал. Я говорю, ты устал? Я говорю, когда едешь в машине, просто заготовь вопросы для своей жены заранее. Жена не может без общения. A wife Мужчина и женщина на брак смотрят абсолютно по-разному. Женщина смотрит на брак, на семью, как общение через всю жизнь. И, я не знаю, говорил у вас или нет, что мужчина такой бывает, quiet man, он в день говорит около 10 тысяч слов. And, you know, men, they actually say about 10,000 words a day. Женщина, нормальная женщина, даже такая не очень говорливая, она говорит 60 тысяч, 80 тысяч, 100 тысяч слов за день. Ей нужно высвободиться. И я просто даю совет вам бесплатно, братья, сегодня. Бесплатно даю совет вам. Приходишь домой, задавай вопрос своей жене. Дорогая, как день сегодня прошел? Поймите, мы мужчины, мы короткие на слова, знаете. Она будет долго отвечать. Она будет долго отвечать. Пока она отвечает, готов следующий вопрос. Только она закончила, ты следующий вопрос. Just when she finishes, ask the next question, and she'll continue and she'll speak. Вот ей будет нравиться жить в такой семье. And then you will enjoy to live life. Вы понимаете? Это очень и очень важно. Поэтому, дорогие, я возвращаюсь, это просто такая была маленькая зарисовка. Я возвращаюсь к своему слову, что у Бога есть намерение. Я обнаружил, что если Бог имеет какое-то намерение для моей жизни, and I'm convinced that if God has a plan for my life, хочу я этого или не хочу, whether I want it or not, Бог поставит такие обстоятельства, God will set up the circumstances, Бог создаст такую ситуацию, He will set up a situation, оставит только одну маленькую дверь, and He will leave only one door open, в сторону Бога, towards God, и у тебя не будет другого выхода, and you won't really have another choice, у тебя нет другого выхода. You don't have another choice. Я хочу вам сказать, дорогие братья и сестры, I want to tell you, brothers and sisters, что у нас с вами, that me and you, вот те, которые мы живем здесь в Соединенных Штатах, all of us who are living here in the United States, на нас States, есть очень большая ответственность. We have a great responsibility. У нас ответственность не только проходить воскресенье на служение. It's a responsibility to not just come to church у service on Sunday. У нас есть ответственность We have a responsibility идти. To go. Еще одно откровение, когда я получил это по окончании поста, Another revelation I received at the end of a fast. У нас был 21 день пост, и мы закончили прошлое воскресенье. And we just finished a fast last Sunday with our church. И Господь показал причину проблем в церкви. And God opened up the reason for the problem in our church. Церковь научилась только защищаться. Защищаться, protection. Okay. The church was established for protection. Но Oh, they've built up walls to defend themselves. Yeah. Окей. У меня такой английский, что я. И смотрите, и Господь мне сказал, And God told me, что причина that the reason проблем for problems в церкви, in the church, что Бог никогда не дал повеление защищаться. Is that God never gave Вы не найдете в Писании, to defend да. yourself. Господь защищает, Say, oh, yes, живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Когда мы воле Божьей,
то защита автоматически распространяется на нас. When вы согласны? Will, когда мы воле Божьей, она on us. Распространяется на нас. Но Божий план наступает. Plan, когда он уходил с этой земли, он говорит, идите. When he left this он world, не говорит, he said, защищайтесь. He didn't say, а он говорит, yourself. Идите. He said, go. Идите. Go. Даю вам власть наступать на всякую силу вражью, на змеи и скорпион. Помните? Идите. Когда мы идем, тогда дьяволу не до того, чтобы нас атаковать. Вы слышите? Когда тоже Карлос Анаконди, ему задал один епископ из Германии вопрос, почему церковь в таком состоянии? Почему нет огня на церкви? Он говорит, проблема в том, что церковь защищается. А не наступает. Призвание наступает. Говорит, ты видел бой боксеров? And have you ever seen a boxer? Когда более сильный там или технически лучше боксер, он наступает. Что делает тот, который отступает? Защищается. And the one that loses, и он говорит, the one that's always defending himself. Церковь зашла в глухую защиту. And the church has fallen into a corner of defending itself. И Господь мне сказал, когда мы во время этого поста, and God told me during this fast, что до тех пор, пока церковь будет только защищаться, that as long as the church is covering itself, она себя не защитит. It won't Слышите? Defend itself. You understand? До тех пор, пока ты только... Да, я каждое утро молюсь за церковь и за семью свою. Я молюсь и призываю кровь Христа как защиту на все семьи. Это мое, как священника, знаете, мое призвание. Я получил это откровение лет уже 18, и я каждый день об этом молюсь. И слава Богу, за эти все годы, пока в нашей церкви не было ни несчастных таких случаев, ни смертей, ничего. Слава Ему. Я молюсь, стою проломе за церковь. Но Господь сказал, говорит, что если церковь не будет наступать на ту проблему, которая приходит, она задушит его. Вы знаете, как служители, вы присутствуете. Вы знаете, сколько людей задушили проблемы. Почему? Многие соглашаются с этими проблемами. Значит, воля Божья. Но вы нигде не найдете в Слове Божьем, что это воля Божья, чтобы тебя там дьявол добил. Этого нет в Слове Божьем. Просто его нет. Есть то, что ты победитель. Я сейчас, братья и сестры, вы меня поймите. Я сейчас не говорю какие-то такие поверхностные харизматические штучки. Слышите? Я говорю глубоко серьезные вещи. Я пятидесятник в четвертом поколении. Когда папа мой жил, то у нас было четыре поколения в церкви. Я, мой отец, я, сын и внук. Моему старшему внуку в апреле будет 19 лет. My grandson, вы не думайте, что я мальчик, который вам тут что-то рассказываю. У нас в этом году 40 лет свадьбы с женой. Мы взрослые люди. Вы we понимаете? То, что я из виду такой, чуть такой, может, не выгляжу на то, что я... Ну, то такое дело. Господь батько, что хочет, то робить. Вот. Я вам хочу сказать, братья и сестры, очень важно, it's very important, чтобы мы были в Божьей воле. That we would и мы понимали, will, что есть Божье намерение. And that we Божье намерение, plan, чтобы ты не ходил вот так, знаете. Not for you to be cowering. Это вот многие верующие, как бездомная собака. A lot of people, это, я, извините, like что я так сравниваю. Dog. Когда бездомная собака, ее везде гонят. You're палку на нее бросают, dog, и она хвоста поджимает. Stones, oh, вот, пастор говорил, дочь, а он пьяный, знаете, ну, верующий, может, не пьяный, но, по крайней мере, как бездомная собака под дождем, знаете, ходит, туда турнули, куда обстоятельства его толкнут, они туда идут. Что дьявол хочет, то и делает. Дорогие, на нас другая печать, на нас Божья печать. Title. На нас Божья печать, we вы знаете. God's protection мы победители. Мы совершенно другие люди. Мы призваны для другого дела. Мы свет, мы соль. На нас сила Божья. We have the power of God Бог сказал, что этот год, 2016, это год действий. Акшн, действий. Было много слов до этого сказано, много разговоров, пастор тоже об этом говорил, что нужно, чтобы наши дела, они говорили больше, больше, нежели наши слова.
Еще один пример. Расскажу и через минуту начну молиться, хотя надо уже заканчивать. Но очень сильно хочу помолиться. Стою в очереди, была конференция, кажется, какая-то, и мы стоим в очереди. Надо было перекусить. И эта американка подходит сзади, то, что в очереди стоят, верующие люди, стоит, подходит ко мне сзади и говорит, Are you a pastor? Ты пастор? Я говорю, а как вы знаете? Said, How do you know? Стою себе, как все люди, в очереди. I'm just standing like everyone else in line. Купить там какой-то бургер, перекусить. Откуда вы знаете? How do you know I'm a pastor? I feel anointing from you. Я чувствую помазание. Помазание на тебя. Can you pray for me? Can you pray for me? She said. Ты можешь мне помолиться? Я говорю, может, это не от меня помазание сходит, говорю. Мы там стали еще пастором. Maybe there's another pastor around you. No, no, this anointing is from you. Это ты. Ну, я, конечно, скромно помолился за нее. Она, ну, американцы, они, знаете, такие... Мне вообще они, с одной стороны, нравятся, знаете. Они так молятся за них, они сразу... And as I was praying for her, she made this move. As if there's an anointing upon her. Some people they even jump. But praise God. Я верю, что должно быть помазание. Божье присутствие в нашей жизни. God's spirit in our life. Потому что Бог поставил печать свою на нас. Because God put protection on us.